Hi guys, welcome back to Junris Vlog Reaction. First video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? I hope you are doing well and fantastic. And this is a video request reaction by Char Alexander. Thank you so much, Char Alexander, for suggesting another amazing video that we need to do to react for today. 100 years later, thousands gather around the world to mourn the murder of martyred Russian emperor. Oh, from the title itself is like so sad, but let's see and watch this video guys, and I really want to hear also with you at the comment section, and credit to the owner also with the video to Beastie News. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it guys, enjoy, and please turn on the CC down there so that you can have your Russian and English subtitles. Thank you so much, Char Alexander, for suggesting with this another video. Wow, thank you so much for this video. Исполняется 100 лет со дня расстрела царской семьи. В эти минуты в концертном зале имени Чайковского идет концерт «Реквием» в память о последнем русском императоре и его семье. Выступление – часть масштабной международной акции, которую по всей России и за пределами страны проводит Российское военно-историческое общество. Этим утром в Москве возложили 100 алых гвоздей к бюсту Николая II на Аллее правителей. В Санкт-Петербурге провели литургию в храме Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце. Именно здесь Николай II венчался со своей супругой Александрой Федоровной. Это кадры из Сербии. Около 1000 человек совершили крестный ход по центральным улицам Белграда. Затем патриарх сербский Ириней отслужил молебен в память об императоре и его семье. Ну а самая массовая акция памяти прошла этой ночью в Екатеринбурге. Там состоялся многотысячный крестный ход. Вместе с его участниками весь путь прошел наш корреспондент Николай Васильев. Маршрут крестного хода точно повторяет путь, которым 100 лет назад ехал грузовик с убитыми в подвале Ипатьевского дома. Казнь царской семьи, людей невиновных, не нарушавших законы. Да о каких законах тогда могла идти речь, когда для построения счастливой жизни надо было убить царя и всю его семью? По улицам Екатеринбурга вслед за патриархом идут тысячи верующих. О царской семье столицы Урала молилась, кажется, вся Россия. Я же из Омска. Мы Северная Осетия, Алания, самый высокогорный монастырь. Господи. Это группа паломников из Сербии и Черногории. А были еще из Украины, Белоруссии, Эстонии, Казахстана, США и даже Новой Зеландии. Я из Бостона, из Америки. Я принимаю участие, ребята, потому что я долго был почитатель царя-мученика Николая. От храма-памятника на месте расстрела царской семьи до монастыря на Ганиной яме почти 21 километр. И хотя вот вы видите, процессия движется достаточно бодрым шагом, рассвет паломники встречают в дороге. К 6 часам утра паломники на Ганиной яме. В старой шахте номер 7 под Екатеринбургом организаторы убийства пытались скрыть останки страстотерпцев. Именно на Ганиной яме грандиозный крестный ход завершается поминальным молебном. Николай Васильев, Евгений Кириленко, Дмитрий Толстоухов, Вести, Свердловская область. Oh my God, I got saddened with this news also, the murder. Sorry to the family for the loss of this family. I have the heavy heart watching with this video also, and I know that we are in heaven now. There is in peace, in a paradise. Oh my God. Thank you so much, Char Alexander, for suggesting with this video, because it's like getting into it. We're saying sorry to this family who their loved ones are victims of this like murder.
such a sad story that I hope you supported with this video also. If you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. And this is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive. Guys, if you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second account, is in the description box below. Thank you so much and privet and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. And thank you so much. See you in my next video reaction. God bless po and mabuhay tayong lahat.